На Кубани разрешили проводить физкультурные и спортивные соревнования. При этом должны неукоснительно соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора. Постановление, подписанное губернатором края Вениамином Кондратьевым, вступило в силу с 26 августа. На Кубани снова могут проходить чемпионаты и первенства России, этапы Кубков России, другие официальные физкультурные и спортивные мероприятия. Число зрителей на спортивных соревнованиях разрешено увеличить с 10 до 30%. Отдельно прописаны правила размещения, питания и транспортировки участников соревнований, проведение церемонии открытия, закрытия и награждения. А я напоминаю, спонсор выпуска новостей – оптово-розничная база сельхозпродукции на улице Кольцевая, 15. В Анапе по инициативе администрации курорта открылась оптово-розничная база сельскохозяйственной продукции, которая является альтернативой рынка «Восточный». Возвели ее в районе хутора Чембурка по адресу улица Кольцевая, 15. На этой торговой площадке представлен богатый выбор свежих, вкусных и полезных товаров. От орехов до рыбных деликатесов, а также хозяйственные товары оптом и в розницу.